Я всех приветствую. Снова получил помощь всеми МММ в размере 135 тысяч. Это уже второе получение помощи после объявленной паузы. Честно говоря, вообще не ожидал, что система может выстоять после последних событий. Чему несказанно рад. Продолжаем дальше развивать и трудиться во благо системы. Не вступайте в МММ, лучше продолжайте честно работать и кормить банкиров. Всем здравомыслящим добро пожаловать и увидимся.